Франк, затяжное автомобильное голодание подходит к концу. Нам, как и вам, надоели повторы и однообразие, коего на магнитогорских телеэкранах вдоволь. Больше динамики и приключений. Гонки, путешествия на экстремальных транспортных средствах. Все это будет. А вот образец, реконструированный и доведенный боксом «Форсаж». Наглядно вам демонстрируют, на что способна огненная птица от Понтиака. Мы же, к сожалению, по ряду обстоятельств пропустили открытие сезона в Магнитке и Стерлитамаке. И там, кстати, наш давний приятель завоевал почетное третье место. Впервые в истории магнитогорского рейсинга.